Подруги и друзья, вас приветствует художественный коллектив Си. Меня зовут Адель, я веду сеансы по арт-терапии, и сегодня мы с вами будем пробовать технику гратаж. Расскажу немного про гратаж. От французского гратаж переводится как «скрести, царапать». Это способ процарапывания бумаги или картона острым предметом, иголкой или в нашем случае зубочисткой. Обычно бумагу заливают тушью, как на этих примерах, но я вам покажу более простой, но не менее эффектный способ гратажа. Чтобы обозначить курс нашей сегодняшней арт-терапии, я выбрала процарапывать национальные узоры и орнаменты. Мне кажется, это проще, чем рисовать целую картину, интересно и очень необычно смотрится. Поэтому предлагаю вам выбрать самостоятельно любой узор и перерисовать его на бумагу. Ссылки на референсы я прикрепила ниже. Вам понадобится плотная бумага для акварели. Вы, конечно, можете использовать и обычную тонкую бумагу, но от большого количества воды она будет деформироваться. Плюс мы будем ее царапать. Также понадобятся акварельные краски, толстая кисть, стакан с водой, лучше 2, карандаш и 3-4 зубочистки. Если вы не уверены, что сможете перерисовать узор или орнамент, то лучше распечатайте и подготовьте копирку, чтобы просто перевести его на бумагу. Но прежде чем начать, давайте мы с вами подышим. Закройте глаза. Делайте глубокий вдох через нос и выдох через рот. Еще раз. И еще раз. Так, ваши глаза также закрыты. И подумайте, какие цвета вы видите. Запомните их, пожалуйста. И еще раз глубокий вдох и медленный выдох. Отлично. Мы приступаем к самому процессу. Я выбрала орнамент, обозначающий пламя. И сейчас начну его перерисовывать. Советую при перерисовке сильно не давить на карандаш, так как акварель его может не закрасить. Я перерисовала свой орнамент, теперь мы переходим к следующему этапу нашей арт-терапии. Толстой кистью смачиваем весь лист водой, он должен быть очень мокрым. Далее закрашиваем его акварелью. Используйте цвет или несколько цветов, которые отражают ваше внутреннее состояние, которые вы видели, когда закрывали глаза, ну или просто вам очень нравятся. Не жалейте воды, акварель очень любит воду. На этом этапе вы можете понаблюдать за тем, как ведет себя краска, как она растекается, смешивается с водой, как смешивается с другими цветами.
После того, как наш листок наполнен цветом, мы приступаем к следующему этапу – процарапыванию орнамента. Для этого нам понадобится зубочистка. Мы аккуратно по контуру узора процарапываем ей бумагу. У меня получилось вот так. Далее я добавляю еще акварели, чтобы мой орнамент стал более ярким. Ну вот и все. Мы с вами попробовали сразу две техники. Технику по сырому и гратаж. Очень надеюсь, что у вас получилось. Спасибо за внимание. Пока!